Я всегда привожу такой пример, что монотеизм в свое время был уделом только еврейского народа. Прошло 2000 лет с момента экспорта монотеизма в виде сначала христианства, потом ислама. За всю эту историю монотеизм только захватывал новые народы, иногда они менялись из христианства в ислам, но ни одного раза не было, чтобы народ ушел из монотеизма обратно в это поклонство, то есть в язычество. То есть есть религии монотеистические, есть религии кармические, ну и там индуизм или буддизм. Ни разу, за всю историю человечества не было, чтобы народ ушел из монотеизма в кармическую религию. И были сотни народов, которые перешли из кармических в монотеистические. Самый последний пример, что? Да, самый последний пример, это Корея, которая очень культурная, очень развитая, тысячелетнее буддистско-конфуцианское государство. На наших глазах в 20 веке перешло в христианство. То есть, когда я... Когда мы спрашиваем, я слушайте, скажите, пожалуйста, за последние 100 лет, чего больше людей христианской культуры перешло в конфуцианство или там в буддизм, или наоборот, буддистов перешло в христианство? Обычно говорят, о, христиан очень много перешло в буддизм. И сколько? Ну, наверное, несколько там, тысяч человек, даже десятков тысяч человек. Я думаю, что не десятков, я думаю, что тысячами исчисляется. Потому что только интеллектуалы переходили из христианского мира якобы в конфуцианство. На самом деле этот неоконфуцианство, или там неодзен какой-нибудь, необуддизм, это совсем не классический буддизм. Но, допустим, некоторое количество перешло, считанных интеллектуалов. А сколько конфуцианцев и буддистов перешло в христианство? Это измеряется десятками, если не сотнями, миллионов. То есть сотнями, это они не то, что они не образованы, это какие-нибудь там африканские племена, которые ничего не знали, у них были местные башки, пришло христианство и их там обратило. Это вот Корея или Китай, это пример развитой тысячелетней цивилизации, и в которой идет массовое обращение в христианство.